Нет? Вот, какое? Снимаю. Расскажи про шутку. Какое? С одной платформой. А, ну что, я захожу на вокзал. Ну, я же не знаю ничего. Спрашиваю у кассира билетного. Скажите, пожалуйста, с какой платформы отправляется наш поезд в Москву? Она говорит... Еле сдерживаю улыбку. Ну, да, человек, у нас губка не есть, только одна платформа. Зато она очень длинная. Я дошла до вас, вы рады? Конечно, мы рады. Ой, не передай слово. Нет, месяц закончилась. Егерева. А, да. Все мое. Все при мне и все мое. Ты прикинь, вот прям дверь подъехала прям к нам, вот прям на борту. Дверь в наш вагон остановился. Это было идеально. Прям вот так идеально мне никогда еще не было. Все бегают вокруг меня, а я стою прям около дверей, прям идеально. 18-й вагон, только далеко очень. Обратно я не пойду. От тебя? Обратно я не пойду. А чемодан что? Я его заберу завтра. Ну, что, там стоянка через час будет, мы можем тебя проводить. Я посмотрела, там еще 15 минут стоянка в 00 с чем-то. Я хочу спать в это время. А ты наверху спишь или внизу? Внизу. Ну так вот всегда. У меня тоже нет соседей пока. А может...